Вот вашему вниманию мы представляем еще один музыкальный духовой инструмент, который сделали из чего, Саша? Из обычной жестяной банки. Жестяной банки. Вот ее изобретатель. Посмотрел на мои свистульки из глины и решил тоже сделать. Ну давай покажи, как она свистит. Тут надо просто зажимать. Зажимать, чтобы герметично. Чтобы не зажимать, не лезть пальцем. Можно сюда приделать вот крышки от стеклянных. Можно, да. Можно какой-нибудь материал другой подумать. Ну, покажи, как свистит. Нужно плотно закрывать их. Так. Так. А теперь с рисуночком, как я тебе показывал, язычком. Сейчас угу. Ну, нормально, нормально. Ну, немножко, да, пока еще мышцы губ не работают. Ну, вот. Еще учусь. Да, все. На флейте пока не получилось у него сделать флейту. А вот начал с этой свистульки. Скоро сделаю флейту, да? Да. Все, отлично.